Ни для кого не секрет, что дети Аллы Пугачёва и Максима Галкина рождены суррогатной матерью. В свое время этот факт вызвал огромный резонанс. Но из-за того, что много звезд прибегли к такой процедуре, в силу различных причин, это уже никого не пугает. Тем не менее, тема остается интересной. В новом интервью Максим Галкин рассказал, почему их с Примадонной двойняшки обречены и действительно является ли он отцом детей. Недавно Максим дал откровенное интервью, в котором откровенно рассказал о детях, в частности о том, почему решил показывать детей публике. Он регулярно публикует фото и видео детей, точно как и Алла Борисовна. Двойняшки, рожденные суррогатной матерью, давно стали любимцами публики, так как растут очень талантливыми. Но на вопрос, кто на самом деле является родителями детей, Максим не хотел отвечать.